мы на канале Жоти Маленькая София. Сегодня мы будем... Маленький блогер. Всем привет, вы на канале Любовь Кушакова. Сейчас на моем канале. И сегодня мы смотрим наконец-то фотографии. Фотографии. Угадайте, сколько здесь фотографий? Я их наконец-то забрала. Здесь 624 фотографии. Вот и шоу мои фотографии. У Софушки было всего лишь две фотографии. А у меня почти целый альбом. Это альбом Мариники. Этот альбом давался при рождении. У нас в роддоме. Во, и здесь даже написано. Я даже покажу. Хочу показать, что здесь написано. Так, это что было? Сейчас я хочу показать. Вот. Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Это бывший мэр. Моего любимого города Харьков, к сожалению, ну, мир царство его небесное, но вот осталась память о нем, вот такие фотоальбомы. Ты в каком году родилась у нас? В 2013. В 2013. Вот этот альбом Маринички выдали в 2013 году. Вот этот альбом дали уже Софушке. Ты в каком году родилась? В 16-м. Я постоянно забываю. А Карина в 2000. Карина, ты в каком году родилась? 2004. Молодец! Я постоянно в больнице спрашиваю дату рождения, постоянно забываю, кто в какой год. Покажи свой альбом, вот так быстренько пролистай, он полностью заполнен. Там он... Почти. Не почти, я же его заполнила, здесь полностью фотографию, полностью, вот полностью страничка, самая последняя, вот. И где мы будем... Бери руку. Греть. Ты уже в свой альбом ничего не будешь клеить, потому что вот я тут все заполнено, но у нас же есть пустые фотоальбомы, куда ты будешь ставить. Это начиная с рождения, и там... Люба и Мария Николь, добро пожаловать домой. Да, это Карина и папа. И папа, да, так делали. А у Софушки в альбоме все пусто, ни одной фотографии нет. Пусто. А, нет, тут что-то есть. Вылочила. А, и тут что-то есть. Из капусты дыхает. Ну, вообще, все, здесь пусто. И когда было 2 недели локдауна, когда это было? В феврале это было, да? Мы не работали, сидели дома все, и времени было много, и меня так, я утром встала, я такая, оп, думаю, хочу разобрать фотографии. Вот мы сюда переехали, мы здесь живем уже 4 года, и все, у меня мысль такая была навести порядок с фотографиями. Вот это... Софийка не лень это. Не комкой. Папуля подарил, Жека подарил аж 2 года назад. И она вот такая стоит у нас пустая. Непорядок. А фоторамка, которую мне Настя подарила. И вот когда был локдаун, я думаю, хочу разобрать фотографии. Разобрала все фотографии. 3 дня потратила в ноутбуке. Все по папочкам разобрала, все не нужно удалила, то, что надо сделать, скопировала. В итоге вот 600 фотографий получилось. Сколько это денег? Всего лишь 1200 гривен. Вообще фотография стоит всего лишь... Почему всего лишь? Давай для сравнения. Фотография стоит 4 гривны. А если их заказывать от 200 штук в определенных там... Не везде. Я прозванивала, там где-то, если хоть 200 штук, хоть 500 штук заказываешь, все равно 4 гривны. А я их сделала по 2 гривны. Вот и считаем. Да, вау! Сейчас просто надо видеть ее выражение лица, Карина Пиратовна. Стоит там это мимикой своей работы. Лицом. Вот. Так что 600 фотографий на 1200 гривен, но оно того стоит. Мы сейчас... Сколько у нас сейчас времени? 3:30. И у нас целый день и вечер впереди, чтобы... Так у меня сегодня карате. А, ты, конечно, карате, а мы будем Софушка заниматься. Но тебе его останется. Я твои фотографии, лично твои, оставлю, ты потом их сама. На моем альбоме. Да, у нас вот один альбом фотография. Еще один альбом фотография. И кто порвал альбом? Кто его порвал? Ты зачем порвал альбом? Солнце мое. Ладно, мы тут послеп. У нас здесь есть немножко места. И а вот... это чей? О, тут наша Карина красотка. Ох ты, смотри, какую я открыла. Слушай, когда я пройду? Страничку.
Карина, звездный час. Вот Карина. И здесь у нас Карина, которая занималась танцами. Тодосе, звезда. Звезда! Я была уверена, что Карина будет лидером основного состава Тодос, но, к сожалению. Мама, здесь немножко а вот целый мантия. Ну, а сейчас мы будем сюда вот вставлять из этого. Тут же надо еще не просто так, а надо все в хронологическом порядке. Так что здесь работ у нас очень много. И мы и фотографии выберем как раз вот в эту рамочку. Вставить. А можно я свою выберу сюда, куда? Ну, я уже знаю, какие фотографии я хочу, но ты выбирай те, что ты хочешь сюда вставить, потом мы решим, какие мы здесь. Ладно, сюда. Это хорошо? Это можешь пока к стенке, да. В общем, пишите в комментариях, любите ли вы делать фотографии, делаете ли вы фотографии. Это фотографии мы сюда, это за 5 лет. Вот с этого года, с 2021 года, с января, уже это София с таким чубчиком. И с 2021 года уже фотографии, ну, я буду отдельно уже складывать в рамочку, в папку. И потом, наверное, вот такая вот фотография у нас. Это когда София это один тортик, год. Тортик на память, когда Софьевский был годик. Качество фотографий вообще суперское. Я давно тоже делала много фотографий. Я была так разочарована. Ну, качество было ужасное. Но я тогда делала много. Что, кто же 300, естественно, никто переделывать не стал бы просто так. А здесь, ну, вообще шикарно. Я очень довольна. Просто классно. Кому интересно, делала на Научном. У нас в Харькове, на Научном, на Бакулина. Там переулок Инженерный. В общем, качество классное, суперское. И в следующий раз я буду делать тоже только там. Так, фотографии у нас сейчас уже на полу. Работы много. На этой фотографии видно, что вот у нас на стене, это мы в Харькове, на стене висят фотографии такие большие в рамочках. Вот они у нас сейчас тоже есть в коробке. Там в это в шкафу лежат. Я вот здесь не развешиваю, потому что... Ну, мы же здесь временно живем. Мы вернемся в Харьков, в новую квартиру. Вот тогда я достану все эти фотографии и все развешаю на стене. А сейчас они пока у нас в коробке. Ну, наконец-то я приклеила все фотографии. У меня, конечно, заняло это не один вечер. Я клеила фотографии в течение недели, пока приклеила, пока рассортировала. Но сейчас, слава богу, уже фотографии на месте. Софушкин фотоальбом готов. Он заполнен полностью, начиная с рождения. О, это вот годик Софиюшке. Ну и почти полностью заполнен. Здесь осталось совсем немножко листов. Ну, сделаем. Хочу показать сейчас еще фотографии. Ага, где-то здесь это крещение. Вот. Мариничка говорит, зачем столько много одинаковых фотографий? А где же они одинаковые? Они не одинаковые. Здесь выражение лица везде разное. Ну, вот я приклеила их так. На память. Софишка уже никогда не будет такой маленькой. Мне кто-то спросил, зачем же ты клеишь на защитном листе? Ну, клею. Я в том альбоме Мариничке нам тоже так клеила, нормально. Также сделала сюда фотографию посерединке. Здесь Софушке 3 годика. День рождения мы отмечали на дамбе. Мне эта фотография очень нравится. Вот, и я собой горжусь. Думаю, я такая молодец, что каждый месяц в течение года я делала фотографию, фотографировала Софиюшку. Мамочки наверняка знают, что это не так уж просто сделать. Может, кто-то начинал делать и на 5-6 месяцев забывал, и фотографии не все были. Но вот мне удалось в течение года каждый месяц фотографировать, и вот Софушке есть такая фоторамка, год ее жизни. Ну, здесь вот такую фотку поставила. И, конечно, заполнили
Одну фотографию я, одно место для фотографии я ставила. Эта фотография хочу, чтобы была свежая в этом году тоже, где мы все впятером, потому что в основном мы вчетвером. Карина фотографирует. Это те фотографии, вот эта фотография, она мне очень нравится. Они такие миленькие здесь вот. Маринечка с Софушкой. Вот эта фотография безумно нравится. Это день рождения Карины, 28 мая, в прошлом году 16 лет. И эта фотография классная. Ну, в общем, я ее заполнила, эту рамку тоже. Я думаю, я молодец, все сделала. Так, эти фотографии есть. И что у нас осталось? Вот это фотоальбомы, то, что у нас были. И еще добавилось два. То есть это получается уже самые свежие. О, я тут беременная Софушкой. Ритулька наша. Это Карина с Ритой там в Харькове в школе. Ну, в общем, это тут уже идут свежие фотографии. Вот мы там уже в Липцев переехали. Вот липецкие свежие фотографии с моря, конечно же. Полностью альбом заполнила. И вот начала еще альбом. Это уже вот свежий. То есть я складывала фотографии в хронологическом порядке. Ну, мне так надо. Ага, вот это наш нынешний Новый год. Дружная компания. И место еще есть. Так что делайте фотографии. На самом деле это здорово, когда вот есть альбом, они вот так лежат, можно взять и посмотреть. Все, всем пока. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!